Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В этом видео я вам расскажу, как я выкапываю, обрезаю и храню георгины. На примере вот этих вот замечательных георгинчиков. Вот один, вот второй. Я про них уже снимал ролики про формирование стебля. А также ролики я снимал про укоренение черенков, чтобы вырастить вот такие замечательные георгины. Этот выращен из черенка. Этот выращен тоже из черенка. А вот это вот материнское растение, откуда были взяты черенки. Сорт называется Rip City. Очень красивые георгины на хорошей длинной ножке. Я бы сказал, это срезочные георгины. И, соответственно, на них мало цветочных пасынков, что упрощает формирование цветов для срезки, для формирования букета. Ну и давайте посмотрим. Сегодня 7 октября. Скоро будут заморозки, обещают. Важно не допустить попадания георгина под заморозки, потому что вода вот в этих полых стеблях, замерзая от почвопокровных заморозков, может привести к повреждению корневой шейки и растрескиванию стебля. Это все скажется на более худшем хранении в зимний период. Ну и давайте сейчас посмотрим прикорневую зону. Вот, значит, видно, что я здесь уже бирочку повесил. И видно также, что вот эта часть георгина как бы одревеснела, то есть вызрела. Это очень хорошо. Где-то примерно на высоту 15-20 сантиметров. Ну и сейчас я обрежу где-то примерно вот на такой вот высоте. Вот здесь вот междоузлями примерно. И выкопаю этот георгин. Посмотрим, как сформировалась у него, как сформировался у него клубень. И в каком находится состоянии. И, конечно, я вам расскажу, как я его буду хранить. Георгины удобно либо секатором, либо острым таким хорошим ножом. Но я вот так вот обрежу. Сейчас я вам покажу. Секатором. Вот. Ну, давайте посмотрим, есть ли вода в стебле. У нас шли недавно дожди. Ну вот, в данном случае воды здесь нет. Ну и сейчас я буду выкапывать и покажу, как весит. Выкапывать можно либо вилами, либо лопатой. Ну, в данном случае у меня вот такие вилы. Отступаем примерно от корня на 20-30 сантиметров от ствола. Бывает, разрастаются довольно мощные корни у георгин, тогда, конечно, расстояние увеличиваем, если это старый. Но этот молодой, из черенка, я думаю, что у него не сильно большой корешок. Но давайте попробуем, я сейчас подкопаю, потом посмотрим. Немножко я обтряхаю земельку. Видно, что сформировались хорошие корешки. Одревеснела корневая шейка. И посмотрите, из черенка какой получился довольно неплохой. Вот даже видно, что бульбочки образовались хорошие. Ну, много и волосяных, конечно, корней. Кто-то их обрезает. Я же вот так ничего особо не трогаю, сильно не обтрясаю. Единственное, я проверяю, нет ли там воды. Вот так вот переворачиваю. Вода не вылилась, значит, в полости вот этого стебля нет воды. Это очень хорошо. Теперь о хранении. Георгины я храню в целлофановых пакетах, но есть своя тонкость. Сейчас я вам о ней расскажу. Это обычный мусорный мешок. Можно немножко подсушить, а можно сделать вот так, как я. То есть я укладываю мешочек вот таким вот образом. И оставляю где-то под навесом, чтобы немножко все-таки это все подсохло. Где-то на сутки примерно. Потому что почва довольно-таки у меня хоть и песчаная, но шли проливные дожди несколько дней. В почве много влаги. И вот таким вот способом я храню. Не завязывая вот так вот мешок, а именно вот в таком виде. С опущенными, так скажем, краями пакет.
я храню в подполе. У меня довольно там тепло зимой, но температура где-то около 7, может быть, 10 градусов тепла. И вот в таком виде, не обтрехая землю, не промывая клубень, так у меня, в принципе, хранится. Хранится довольно-таки неплохо. Ну, скажем так, 95% корней, которые я так храню, благополучно зимуют и хорошо дотягивают до весны, до посадки. Вот и все, дорогие друзья, что вам хотел рассказать про выкопку, обрезку и хранение зимней георгин. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Всего хорошего. Пока-пока.